Георгию Сынжиряку 9 лет. Вот уже 2 года мальчик поет в хоре «Амадеус» детской музыкальной школы имени Моцарта. Георгий рассказывает, мечтает о большой сцене. Сегодня мальчик вместе со своим хором выступает на Харьков Music Fest. Мне очень тут понравилось, тут акустика большая. Ой, акустика есть. И людей много. Ну, я имею в виду не зал большой, а именно людей много там, и они приходят сюда, чтобы посмотреть, как поет наш хор. Дети пели замечательно. Главное то, что и заняты, они... Голоса прекрасные, поют прекрасно. И мало того, я думаю, боже мой, как же я 2 часа эти скоротаю до поезда-то, до Киевского. И тут замечательная штука произошла, ваш концерт. Art and Piano грає яскраво проект в рамках Харків Music Fest. Во время фестиваля в Харькове в разных локациях установили 9 пианино, разрисованных харьковскими художниками. Здесь выступают дети из музыкальных школ. Посмотреть такие концерты и сыграть на рояле может любой желающий. Сегодня на вокзале ученики музыкальной школы номер 15 исполнили произведение Йоганна Себастьяна Баха, которое приурочили ко дню рождения композитора. Замечательное цветное фортепиано, разрисованное, в общем, талантливыми и детьми, и взрослыми. Это замечательный проект. Я думаю, что это часть огромного харьковского музыкального пространства. И замечательно, когда здесь и взрослые, и дети объединились вокруг такого большого события. Помимо вокзала, выступления будут проходить в торговых центрах, на рынке, в аэропорту и даже в метро. По окончанию фестиваля разрисованные музыкальные инструменты передадут в детские образовательные и культурные учреждения. Юлия Белая, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».